Давай, лепи. Давай, нет, я давай помогу. Смотри. Нужно вот так аккуратно вовнутрь, а потом залепливаем краешки. Я сейчас налеплю, а ты будешь еще долепливать, да? А это мой. А это твой колобок, да. Вот такой вареничек у нас получился, да? А потом ты их будешь кушать? Да. Надо много вареников. Да. Да? Да. Давай, бабушка, нам еще. Мы будем лепить. Берем одну. Берем пол ложечки. Нет, давайте, папа сейчас. А что вы так мало ложечки? Нормально. Ложечку ложите, там шут там пол ложечки. Вкуснее так будет. Все, вот этот один лепи и все, и хватит, хорошо? Мы тебе сами слепим. Лишь бы ты кушала, солнышко. Сколько ты будешь кушать вареников? Три. Три? Да. Так мало. Зато много сметанки, да? Да. Лишнее надо выдавить, да? Это же сырое, его нельзя сырое кушать. Так оно же слизывает этот творог. Лишний? Да. Чтобы лучше заклеивалось? Да хватит его уже облизывать. Давай я долеплю. И сразу пометим, что это твой, да? Да. Бабушке все, скажем, достаточно, достаточно. И бабушка его сама сразу сварит, да? Да. На, скажи, бабушка, иди и этот еще свари. Иди, бабушка, свари еще и этот. Хорошо. И делай. Хорошо. Он отремонтировал ее, как-то не отремонтировал. Вот давай я папе буду подавать. Подавай, конечно. Подожди, я же еще звоню. Я буду держать. На готове? Давай. Ой, спасибо. Ты моя помощница, да? Я всем помогаю, твоя помощница. Ты мне все помогаешь. И болтики крутить, да? Да. Что ты мне еще помогаешь? Помогаю лепить. И лепить помогаешь. И кушать будешь помогать? Поможешь папе аквариум почистить? Да. После варенья кидайте лайки. И подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал. Угу. Сама дальше? Молодец. Да по чуть-чуть. Зачем же по целому сразу? Вкуснее так? Да.